Архиерейский собор во вторник определил порядок избрания патриарха Московского и вся Руси. Согласно документу собора, опубликованному на сайте Русской Церкви, кандидатов на патриарший престол избирает тайным голосованием архиерейский собор. Избранными кандидатами считаются три архиерея, набравшие наибольшее количество голосов. Если в первом туре голосования несколько кандидатов набрали равное количество голосов, и это не позволяет определить трех избранных, проводится повторное голосование по лицам, получившим равное количество голосов. Избранные имеют право заявить о самоотводе. В таком случае список кандидатов восполняется посредством включения в него следующих по числу полученных голосов в первом туре архиереев. В случае самоотвода всех трех кандидатов проводится повторное голосование. Результаты голосования представляются по местному собору, который открывается не позднее, чем на третий день после выдвижения кандидатов на патриарший престол. Председательствует на поместном соборе местоблюститель патриаршего престола. Члены поместного собора могут выдвинуть дополнительного кандидата. Они тайным голосованием избирают патриарха из числа кандидатов.